приятно работать с такими мастерами. Самое большее время мы проводим, конечно, с Олегом Игоревичем. Практически, наверное, 80% тренировочного процесса занимает именно работа с вратарями. И мне нравится его специфика, и я надеюсь, что под его руководством я смогу еще вырасти и добиться большего успеха. Карат за последние 3 года поставил очень высокую планку, что касается футбола, достижения высоких целей. Руководство ставит высокие задачи перед клубом. И ведется хорошая работа с болельщиками и развивается инфраструктура клуба. Любой футболист, наверное, ставит самые высокие задачи. Это быть первым номером, играть в составе, выиграть суперкубок, кубок чемпионства и участвовать в групповом этапе Лиги Европы. Что касается именно этого года. Ну, личные достижения, они касаются только одного, это как можно меньше пропустить. И все. Если вратарь выполняет эту задачу, не пропускает, то уже половина дела сделана. Каждую игру я просматриваю, вот, я не веду точную статистику. То есть ты все равно понимаешь, сколько ты за игру раз выручил. Вот. За этим не нужно следить. Нужно больше следить за своими ошибками, чтобы их больше не допускать. Что касается критики, то я отношусь к ней адекватно, если это критика по существу. Я сам себе самый главный критик и всегда просматриваю свои игры, ошибки и постоянно над ними работаю. Ну и, конечно, моя задача сделать и играть так, и тренироваться, чтобы ни один человек не смог сказать что-то плохое в мой адрес. А болельщикам буду доказывать свою состоятельность конкретно в Кайрате. Несомненно, Володя Плотников сыграл один из лучших своих сезонов в прошлом году. И он имеет небольшое преимущество передо мной, так как я не могу похвастаться этим в прошлом сезоне. У нас здоровая конкуренция, у нас 3 вратаря, которые работают на 200% и пытаются доказать свою состоятельность всему тренерскому штабу. Когда я первый раз приехал в Казахстан и попал в Алматы, то я был очень поражен этим городом. Я в него, можно сказать, влюбился, и мне всегда очень нравится в него приезжать. Так что я с двойным удовольствием подписывал контракт с Кайратом.